стиля. Круто уйти от операции полностью практически. Так. Все, инструмент весь лежит, наверное, уже в пыли, если честно. Добрый день, дорогие друзья! С вами компания Product Fit, я Евгений Чуприна. И сегодня мы в гостях у Федосеева Алексея, главного ветрача... Очередной раз. Главного ветрача Путиловец Юг, одного из лучших хозяйств Южного региона и России, наверное. Несколько вопросов возникает у наших зрителей. Это вопрос выбытия, он в основной, наверное, вопрос новотельного периода. Как вы спасаетесь? Все-таки заболеваний много, и они все связаны в основном с обменом веществ. И основной момент, наверное, это вопрос кальция. Как у вас обстоит ситуация с этим вопросом в хозяйстве? Ну, у нас в хозяйстве, например, в данный момент выбытие новотельных животных прекратилось уже, наверное, второй год. Ну, как бы минимизировалось точно. То есть механические травмы, у нас жесткая выбраковка идет, обновление стада, связанное с молоком. Разумеется, если первотелка, либо корова сотела, не дай бог болеет маститом, либо там не вышла на 30-й день хотя бы на 30 литров, то, разумеется, это брак. Ну, как бы у нас такие установки. По поводу... Еще выбытие раньше было связано с кетозом, со смещением сучуга. Мы пробовали разное, мы пробовали гончевание. Мы перешли вот на болюсы. Да, буквально, я же говорю, недавно разговаривали с врачом, что уже буквально 2 месяца вообще выбытия нет. Просто, я же говорю, панацея. Назвать панацеей, не знаю. Давали один болюс, нет-нет, да проскакивало все равно. Смещение, как мы делаем операции, ну, операцию делаю в основном я, с помощью еще ветврача. Но на данный момент уже 2 месяца не было, мы перешли, наверное, месяца 3-4 назад на двукратную дачу болюса одной голове. Два болюса дается подряд? Да, два подряд, разумеется. Сразу с отела или до отела? Нет, после отела. После отела. После отела. Единственное, я вам скажу, что ну, в некоторых местах дают скотники, животноводы, ну, кто как называет, ночники. Допустим, ночью корова отелилась, они уже все бегут, там вставляют. У нас такого нет. У нас это делает ветврач, это в наших интересах. И при этом, если корова отелилась после 4 вечера, болюс будет даваться в 6-7 утра. 6-7 утра. Да. Если, конечно, в течение с 6-7 утра до 4 вечера, буквально осеменилась, прокололась, боль сдался, пошла гулять. Супер. Да, все, вопросов нет. Вопросов, я же говорю, у нас нет вопросов, и к нам тогда нет вопросов. Нет выбытия. У нас, как в свое время наш начальник Скорохватов Алексей Александрович сказал, придет то время, когда ты мне будешь говорить, что тебе некого сдавать на брак. На данный момент мы выбракуем 30-литровых коров. То есть, когда я приезжаю там в хозяйство, и они говорят, что эта корова дает там еще 8-9 литров, она еще пускай живет, да? Ну, то есть нас бы за такое, не знаю, он бы расстрелял, просто-напросто. То есть у вас это время уже пришло? Да, пришло вполне серьезно. Недавно была сдача формирования группы 22 головы, и 7 голов набирали 28, 29, 30 литров. Просто, ну, некого сдать. Либо стельное, либо дают больше 40. Все. Да, некоторые хозяйства бы с удовольствием закупили такое поголовье. Да, вы знаете, может, не в закупке, в технологии, скорее всего. Да, в технологии. Да. Да. Также технология до отела, после отела, ну, и, разумеется, лактирующая. Культура животноводства. Да. Так что, перейдя на болюсы, Product Fit, в частности, на двукратную дачу, ну, не знаю, если кто-то может оспорить, сказать, что я говорю неправду, ну, пускай скажет. Это практика, это не со слов, это не с книжки, это не рассказано. Это вот, пожалуйста. Болюсодаватель. Примитивная вещь. Выталкивает. Он, по-моему, идет в комплекте. Да, мы брали большую партию, я не помню. Вот. Вставляется. Не надо. Сейчас. Мы сюда подходим сбоку. Стой.
главное взять за нос. Заводим под щекой, упирается. Надо протолкнуть вот так, чтобы щека вот сюда задвигалась. То есть он уже там на месте. И выдавливаем его. Еще бывает подержим, потому что некоторые коровки бывает выплевывают. То есть надо просто подержать? Ну, желательно вот в таком направлении вводить. Угу. Ну не всегда ж корова так стоит. Да, конечно. Я же говорю. Умничка. В принципе, ничего сложного. В некоторых хозяйствах я наблюдал, этим занимаются скотники. Угу. У нас этим занимается ветврач. Не потому что какая-то зона ответственности, ну просто мы уже знаем точно, что дошло. Как бы... Исключен человеческий фактор. Исключен, да, человеческий фактор. Это в наших интересах заложить, я же говорю. Смещения практически не бывает. Поэтому в наших интересах сделать это самим. Это не такая уж сложная работа. Да, бывают коровы, конечно, крупные, начинают мотылять. Ну, также не до уздок завязал, привязал, вставил. Так в основном руками, не знаю, сколько вставлял сюда руками. Я говорю, был опыт на дренчевании, смещения не уменьшались, что с ними, что без них. Мы просто делали месяц дренчевали по 60 литров. С добавлениями, со всеми, на месте. Давай 40, давай, ну 60 долго ждать просто. Давай 40, давай. 40 литров, то же самое. А давай не будем дренчевать, давай. Убрали дренчер, то же самое. Я говорю, ну зачем, ну смысл какой? Коровы не падают, ничего. Ну, просто суть в смещении, как бы. Тут профилактика кетоза и смещение. Угу. Перешли, я же говорю, на полюсы. Сколько мы уже? Больше года, наверное. Да, больше года. Два, да. Года два работаем вообще. Отчеты. Да показывай, что ты. Показывай. Да успокой, ну это если корова спокойно. Вот ногу, получается, ногу ставит. Опять же, если капан берешь, а под рукой за ним учили. И все, она становится рядом с собой. Вставляешь там. Ну, да, это когда небольшая. Единственное, что когда корова, если она буйная, то нужно встать тельце просто так, чтобы закрыть вот этот глаз. Чтобы она не видела, когда подносишь божий собиратель, она его не видела. Ну, все. Может быть. Ну, крутой лайфхак, крутой. Да. Спасибо за такое подробную инструкцию, как давать болюсы, как профилактировать гипокальцемию и как начать выбраковывать животных именно по молоку, а не по состоянию здоровья. Уходите от проблем, приобретайте болюсы Кальцифаст. Спасибо. Спасибо. Итак, друзья, сегодня мы с вами прощаемся, но только сегодня. А так, подписывайтесь на наш канал, задавайте интересные вопросы. Всегда рады ответить. Всегда рады ответить. Мы еще раз сюда приедем и будем подробно разбирать, ну, все интересующие вопросы. Болюсы Кальцифаст вы можете купить у нашей компании. К ним дается болюсодаватель. И это все вы можете у нас приобрести. Ссылка на магазин в описании под видео. Подписывайтесь, заказывайте. Всем пока. Доставят в срок. А, пойдет, доставят в срок. Ну, да. Просто вопросов не было, да, когда заказывали. Да. Буквально секунды.